Красивая и гармоничная прическа, а также удачно подобранный и умело исполненный макияж девушки играет немаловажную роль в составлении целостного образа. В Измаилевском центре внешкольной работы и детского творчества работает кружок юных парикмахеров и визажистов. Темой одного из открытых занятий стал романтический макияж. В тандеме работали мастер и модель. Главной задачей мастера было правильно подобрать легкий макияж, учитывая при этом тип кожи, цвет глаз и волос, а также стиль одежды и ее цветовую гамму. Молодые мастера выполняли свою работу без каких-либо подсказок. Ведь уже второй год на уроках кружка они изучают тонкости работы визажиста. Этот своеобразный экзамен оценили педагоги школы, представители администрации центра внешкольной работы и просто гости.